уже почти 5 лет. И представляет такие уникальные услуги, как кроссфит, занятия на перьях 3X и, конечно же, персональные тренировки. Это основное наше направление. Для меня, как для собственника, всегда стоял вопрос удержания клиентов не только качеством услуг, но и внедряют какие-то фишки, которые будут отличать нас от конкурентов. В 2020 году было принято решение переквалифицировать клуб в персональный фитнес-клуб и оставить только персональные услуги. Мы отказались полностью от группового тренинга и перешли только на персональные услуги. И в этот момент для меня стал очень острый вопрос выбор системы лояльности. Сделав анализ на рынке представленных систем, я выбрала систему UDS, потому что она практически на 100% покрывает все мои запросы как предпринимателя. Наши клиенты – это персональные клиенты, и они требуют к себе особого внимания и отношения не только в зале, но и за пределами клуба. И в этом нам очень помогает система лояльности. На данный момент мы используем систему 4 месяца, и у нас в базе уже зарегистрировалось 529 клиентов, которые совершили покупки на сумму 1 349 000 и оплатили баллами на сумму 30 000 рублей, что примерно составляет 2,3%. Общая сумма накопленных баллов составляет от суммы покупок 148 тысяч. Это 10% от общего объема продаж за этот период. До применения системы лояльности прямая скидка клиентам составляла от 10 до 20%, не считая спецпредложений и акций. Также система UDS позволяет мне отслеживать рекомендации клиентов. И по статистике я вижу, что у нас сейчас на данный момент 439 клиентов первого уровня и 88 клиентов второго уровня, 29 из которых уже совершили покупки на сумму 166 тысяч рублей. При том, что на привлечение таких клиентов мы не потратили ни рубля. И в отслеживании эффективности каналов привлечения нам очень помогает система лояльности UDS. Сейчас я точно знаю, какие каналы работают, а какие нет. И что позволяет мне экономить деньги на рекламу. Еще для собственника важно получать оперативную обратную связь, как позитивную, так и негативную, для того, чтобы вовремя отрабатывать возражения. Каждый раз при совершении покупки клиенту приходит предложение оценить нашу работу, и за развернутые ответы мы дарим дополнительные баллы. Немаловажный момент – эффективность сотрудника. И функции программы UDS позволяют настраивать KPI индивидуально для каждого сотрудника. Все эти инструменты помогают вести бизнес эффективно и наглядно.